Ну, всем привет, и я продолжаю проходить игру Alien Shooter TD. ПК-версия. Ну что ж, начнем-ка мы с этих уровня. Сначала на легкую, потом на нормальную уже. Так, у нас так этого надо... А, ну да, я вспомнил. Все вспомнил. Так, ну тут у нас уже сразу же есть это держка. Так, ну, в общем-то, и все. Так, монстры идут отсюда и вот отсюда. Здесь будут летающие. Все. Подперлись, да. Медленно, но верно. Вот, еще что, это и сути. Если постынем все одного, сюда вот. Может, динамик, по-моему. Так, ё-моё, бронирован. Хороший вполне себе. Ну да. И мне. Собрано столько-то, следующая миссия. Ну что, на более тяжелом сыграем. На нормале. Также надо бы еще предыдущий уровень пройти так-то. Естественно. Тяжелом. Thank you.
Ладно. У нас есть. А у нас уже 6000, хорошо. Так, надо бы улучшить. А, ресурсов хватает. Снабжение. Хочу посмотреть, что это у нас снабжение будет. О! Да, только для снайпера. В основном, а ракетчиками я не пользуюсь, не пользовался на андроиде особо. Ладно, пойду-ка еще на высоком первую миссию. Дальше нужно двигаться уже вперед. Только вперед. Так, ну это потом с кейсами. Вынули из корабля по максимуму, нет, все же нет. Вот мне что-то не готово. Того 6000. Быстро что-то как-то. Хочется еще один кейсик так получить, но для начала еще потренируем. Так, что там у нас с навыками там? Луч, импон по броне. Надо бы все же еще луч магазинчиком. Навыки. Будем раскачивать ветку заморозки ему. Да, все же кейсики стоят дороговато. За тебя еще попом на максималке закинем. Выжимаем из миссии по максимуму. С каждой. Спасибо.
ты не пройдешь. О, 6000 еще, хорошо. Вот. Ну, давайте еще один ящик. Может быть этот? Хотя... Ну ладно, давайте вот этот, по-моему, большой. О! Ну не сейчас. Хорошо. Хотя, можно же разобрать нам. Разобрать. Вот это разберем у него и пониже. Все. Давайте, что нас ждет впереди. Не забудь еще купить какой-нибудь класс. Я точно знаю, что 6-й класс покупать не буду, потому что он фуфло, короче, почти что полный. Который специализируется только по броне. Бабла скопилось, надо сейчас его потратить с пользой. Ну да, музон качал. О, сколько бабла-то было, о! Вот так сундук. Вот этот сундук. Я думал, в нем сохранится. Так что. Не тормозим. Сколько у нас? 6 штук. О, наймем снайпера. Навыки. Выучить еще раз. Выучить. Нет, сначала тоже 4-й проходим еще один разок. На повышенном.
Стоп, пошла мне очень куда-то. Ну, все же лучше для нормального штука, да? Добавлять. Это слишком для обычного. Это здесь как-то динамика. Блять, как динамика с ВТБ может быть, а? Даже АТБ. Не зачем? Вам здесь улучшение ясно. Так, тебе надо, кстати, взять потом с собой будет. Так, ладно. Нет, а вот все вкачать надо. Нет, лучше не будем тренировать дальше. Пока все норм. Что это я... Ой, дурак. Я же не той качал-то, а? Да, выйди. О, последняя миссия. Сейчас ее завершим и откроем эту большую кисть. Вообще не большой, это второй по счету большой. Так, вот снайпер. Надо его добавить на всякий случай. На будущее амуниция у нас есть, ясно. Ну, пока без нее как-то хорошо живется. Вот еще один кейсик, здесь красивый пулеметчик стоит. Ой. Туда поставили. Так. Ну что, сюда двоих. Не, сюда. Сколько нам сюда надо поставить? Ну вот столько-то для начала.
одного сюда еще и... И как-то нужно в основном всех сюда. О, быстро это. О, уникалка какая-то попала. Уникальное замораживание. Посмотрим. Это Депстер. Снаряжение, так что вот пейте. Давай, выпадай что-нибудь годненькое. Зачем? Нет. О. Дробовичок-то для 9-го левела. Мне нужно еще это. АБС-ик бы и джекхаммер. То есть здесь всякой фигни не выпадало. Ну, не нравится мне этот класс. Не очень он такой эффективный. О! Полный, просто модернизируем. Та-та-та-та. Еще один хочу кейсик. Как? Давай. Нет. Не то мне попадается, ё-моё. Зато этот мы сейчас и разберем.
тоже разобрать. У нас есть вдова. Одну вдову разбираем. Давай. Так. Тебе сюда. Стыж. Качнем немного. Выживание открылось, но и от меня. Ну то что, ну короче, за каждый пятый пойден уровень каждого сектора надо один кейс. Санцев какие-то навык. Ну на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!